В региональном правительстве кадровые перестановки. Вверх по карьерной лестнице идет Дмитрий Горелов. Бывший зам руководителя службы по охране объектов животного мира теперь стал начальником этого ведомства. Напомним, он сменил Глеба Габузова. В последнее время меняет должности и Максим Громов. Ивановцам он больше известен как замглавы администрации города Иваново. В марте 2013-го Громов занял пост советника губернатора. Не прошло и полгода, и у него новое место. С 26 июня Максим Громов возглавляет Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства. На сегодняшний момент